Я Булат Турсунов, руководитель секции бокса Дворца школьников имени Аль-Фараби Акимата города Нур-Султан. Продолжаем цикл онлайн-тренировок. Тема сегодняшнего обучения – это удары задней руки, с задней руки. Для нанесения ударов с задней руки необходимо правильное расположение ног. Задняя нога не должна уходить за переднюю ногу. Таким образом, это будет ошибкой. Также они не должны находиться во фронтальной. Это будет мешать нанесению удара с задней руки. Она должна находиться в такой оптимальной форме. Примерно вот в таком положении. При нанесении удара с задней руки кулак в голову, кулак должен находиться здесь. И наносим удары примерно таким образом. Должен производиться полный разворот корпуса. Плечи местами меняются. Разворот идет полный. Еще раз повторяю, разворот корпуса идет полный. Никуда не наклоняемся, крен не в левую, крен не в правую сторону. Бьем, разворот корпуса совершаем полностью. Вот. И это вам обеспечивает длину рук. Рука ваша становится длиннее. Теперь это в деле показываем. Это прямо удар в голову. Также в голову можно наносить боковые удары.